Ну что я хочу сказать? Я Кунгиавис Омарович, нахожусь в лагере Барт уже 4-й год. Я и моя семья, и в том числе все беженцы, благодарен президенту ингушскому народу и ингушам за то, оказанную нам помощь моральную, материальную и во всем отношениях. Мурат Магомедович часто бывает у вас в городке. Мурат Магомедович — это человек-легенда. Ведь я... Да нет, никого насильно отсюда никто не уезжает. Если насильно уезжал бы, я тоже не стал бы тут. На добровольном основе люди уезжают. Внимание какое вам оказывается? Очень хорошее, очень отличное. Спасибо Мураду Магомедовичу, спасибо. И ему, и правительству ингушскому, и ингушскому народу. Да и рейс лучше. Верите ли вы? Ой, нет. Об этом разговора нет. Вот такого президента и нам в Чечне.